С вами интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас идет в обзоре профессиональный набор инструмента от фирмы «Ята» 12681. Набор из 94 предметов. «Ята» — это польский бренд профессионального инструмента, известный в мире и очень широко известен в Украине. Применяется как на СТО, так и для личного использования. Поставляется набор картонной упаковки сверху на кейсе. Указывается 94 предмета. Два рабочих квадрата, 1,2 дюйма и 1,4 дюйма, хромбонадиевая сталь, трещотки на 72 зуба. И с обратной стороны указывается комплектация набора. Начнем с трещоток. Две трещотки, большая и маленькая, 1,4 дюйма и 1,2 дюйма. Трещотки на 72 зуба. Они разборные, можно обслужить внутри механизм, есть реверс переключения право-влево, быстрый сброс и фиксация головки. Нажали кнопку, быстро сняли. Рукоятка здесь комбинированная, черно-красный цвет, это резина, но она плотная. Такое ощущение, здесь идет пластик и сверху идет обрезиненная часть. На рукоятке надпись «Ята», логотип CRV, хромбонадиевая сталь и номер данной трещотки. По этому номеру вы можете найти трещотку в каталоге «Ята». Есть каталоги PDF формате, можно скачать в интернете. И есть бумажные каталоги, которые обычно приобретаются в магазинах. Трещотки на 72 зуба. Длина трещотки под 1,2 дюйма составляет 260 мм. Как видите, они немного идут изогнутые. Не прямые, а изогнутые. Трещотка под 1,4, также на 72 зуба. С реверсом, быстрый сброс и фиксация. Рукоятка комбинированная, длина 160 мм. Также, видите, изогнута. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка полностью пластиковая. Есть присоединительный квадрат. Здесь уже в зависимости от работы можете подсоединять или трещотку, или вот вороток, что-то хорошо дожать или открутить. Отвертка, данная отверточная рукоятка, применять можно или головки 1,4 дюйма вставлять. Также удлинитель подсоединять. Или применять в качестве отвертки. Есть в наборе у нас биты, которые идут с адаптером. Вставляете нужную биту и получаем отвертку. Удлинители. Под 1,4 дюйма у нас три удлинителя. 50 мм, 100 мм и гибкий удлинитель для труднодоступных мест 150 мм. Два удлинителя под 1,2 дюйма, 250 и 125 мм. На удлинителях также есть нумерация. То есть по этому номеру жугли вы можете найти в каталоге «Ята» данный удлинитель. С помощью переходника, адаптер идет в комплекте, вы можете с удлинителя сделать Т-образный вороток. Также адаптер можете применять для перехода с 3/8 квадрата на 1/2. Два кардана под 1,4 и под 1,2. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Почему я постоянно в видео упоминаю? Потому что есть карданы на заклепках, есть карданы на винтах, есть такие вот вставки вставляются. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри есть резиновая вставка. Т-образный вороток под 1,4. Но здесь вороток есть обычно в наборах. Стандартный вороток 11 см, здесь он идет 15. То есть такой вот удлиненный. Ну, это, наверное, и удобнее будет.
Материал изготовления инструмента в наборе Chrome Vanadium Alloy. На инструмент нанесено защитное матовое покрытие. Так, набор Г-образных ключей шестигранных, 3 ключа. И теперь головка. В наборе шестигранный профиль, головки короткие, головок Torx, в 94-х наборах нет. Если кому нужен профиль Torx, чтобы в наборе, это 108 набор, на 108 предметов. У нас сегодня видео 94-й набор. Головки под 1/2 у нас общее количество, вот, ряд 18 штук, и ряд под 1/4 общее количество 13 штук. Вес головки на 32 мм составляет 205 грамм. Надпись ЯТА, логотип ЯТА, номер по каталогу ЦРВ, хромованадиевая сталь, 32 мм. Головки длинные. Общее количество 12 штук. Также шестигранные идут. Самая маленькая у нас на 6 мм. И самая большая здесь в наборе идет на 19. Головки, видите, имеют матовый цвет внизу и глянцевый вверху. Все головки, что очень удобно, здесь довольно-таки большие цифры. На кейсе указано, допустим, если головка 22 мм, на кейсе надпись 22. Это удобно, потому что вы сразу видите, где какой номер по размеру находится. И также подписаны биты и головки длинные. Так, адаптер. Адаптер для бит под 1/2 дюйма. Применяется с битой вот нижний ряд, верхняя крышка. Теперь по битам. Есть биты под 1/2 дюйма. Это применяется с адаптером, который я уже показывал. И есть биты под 1/4, то есть трещотки под 1/4 с отверточной рукояткой и с Т-образным воротком. Они уже идут с адаптером, то есть спрессованные в адаптер. Под 1/4 у нас 17 штук, и под 1/2 у нас 15 штук. Также есть переходник для работы с шуруповертом. Вот такой. То есть на него можете одевать насадки, головки под 1/4 и применять шуруповертом. По профилям бит, торксы, крестообразные, шлицевые и шестигранные. Так, что еще по инструменту? По комплектации все. Инструмент уже хромованадиевая сталь, матовое защитное покрытие имеет, но головки имеет и глянцевое, и матовое, то есть такое комбинированное. По кейсу. Кейс идет пластиковый, скрепляет две крышки, пластиковая широкая зависа, внутри идет металлическая вставка. Защелки сами идут пластиковые. Логотип ЯТА на защелках есть. Внутри защелки соединяются также металлическими штырями. Потому что вопросы задают по поводу защелок, поэтому мы все в видео сразу рассказываем. Ну, в верхней крышке инструмент хорошо защелкивается, даже с трудом. Хочу сказать, это хорошо, потому что не будет у вас выпадать. По габаритам набора вес 6,5 кг, ширина кейса 38, длина с рукояткой 28, высота кейса 10 см. Логотип ЯТА на верхней крышке и также номер данного инструмента. Без проблем, все закрывается. Спасибо, что посмотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. Получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо. До свидания.